Здесь вот я стираю свои тапочки. Решила я все-таки их постирать. И вообще, я вообще очень люблю стирать. Я люблю, когда у меня все чисто и пахнет порошком, именно прям порошком таким, чистотой. Здесь у меня, кстати, стирается Димина подкладка. Вы ее во влогах, наверное, видели неоднократно. Хотела ее постирать в стиральной машинке, но там свекровь так хорошо. То есть там обычная наволочка, и в нее свекровь заправила простынка или по-моему, пододеяльник там был. Она его настолько аккуратно заправила, что кажется, что это подушка очень тонкая. То есть у меня так не получалось. Вот. И я не хотела, чтобы она расправлялась, завязала ее вот веревками в надежде, хотела постирать стиральной машинки. Но потом подумала, вдруг эта веревка развяжется и убежит куда-нибудь, где-нибудь там застрянет в стиральной машинке. Думаю, фиг ее знает, лучше я ее так замочу вот сейчас на одном боку, на другом боку. Вот, замачиваю я ее. И, кстати, эти тапочки тоже. Вот в этом. А, это Oriflame даже. А, гель для душа с оливкой, что ли, она, по-моему. Короче, мне не понравился какой-то. Мне подарили. Какой-то запах зелени какой-то. Мне не нравится. Вот. Ну, я стала вот в нем стирать. Леггинсы вот в нем постирала. Эти вот стираю в нем. Вот, думаю, наверное, в дальнейшем. Раньше я порошки покупала, но они как-то быстро заканчиваются. Может быть, покупать какие-то просто дешевые там гели для душа, там пятерочки вот есть, продают. Какие-нибудь совсем прям самые-самые дешевые. И в них просто чисто для пенки, для запаха стирать вот белье. Вот. Чтобы не просто в мыльном растворе, наверное. Хотя и в мыле можно. В мыльном дешевле даже будет. Вот так у меня стирается. Короче, домашние дела. У нас домашние дела. Это у нас Димин коврик сушится так. Складывать и куда-то убирать мне некуда. И он у меня вот так вот сохнет на стене. Вот здесь вот у меня мой камушек для пяточек, для ног. Я очень люблю камушки. Вот здесь бальзамы мои. Зимой я мою голову самыми обыкновенными, подешевле шампунями. Просто чисто для чистоты головы. А летом я пользуюсь дорогими шампунями. Вот. Ну, зимой больно никуда не ходишь. Что там волосы? Вот. Моя губка новая, кстати, очень хорошая, очень понравилась. Я люблю вот именно с такими вот жесткими штучками. Шампунь, кстати, мы его с вами покупали. Фа. С чем он там? Розового жасмина аромат. Очень мне понравился, такой классный. Прям вообще. Вот этот уже давнишний, это скраб. Очень, кстати, хороший тоже скраб для тела. Но их уже не продают, это просто у меня давнишний. Вот. Ну и там тоже. Там Димин вот этот я перелила с тюбиков, потому что неудобно, удобнее нажать и все. Вот. И там тоже какой-то аромат. А здесь у меня это для роста волос, короче. Но это будет отдельный ролик на него, выйдет попозже. Когда я таки соберу. Вот, рассказала вам всю свою ванну. А там эти надо помыть, они висят. На пол в поликлинике падали. Никак не могу до них, кстати, дойти. Надо их снять отсюда. В раковину положить. И помыть тоже. Ну, так вот зеркальце тут. У нас потолок такой. Шторка. Классная, кстати, тканевая. Ой, очень ее люблю. Такая классная. Она так мне нравится. И темная, то есть не светлая. Была еще светлая в продаже. Я рада, что я купила темную, хотя бы на ней ничего не видно. Вот. Смотрите, он уже зацвел. Еще вчера был прям бутон. Сегодня уже зацвел и появился еще один. Вот он маленький. Здесь мошки прям летают, летают. Радостные. Какая-то он тоже. Мошка какая. Ой, она еще и побежала. Ёкала. Бабай. Вот, смотрите, какой он красивый. Такой он ярко-розовый такой прям. Красота. Я только что полила их вот недавно. Вот, я ставлю вот такие вот штучки, потому что я заливаю очень сильно. Вот, чтобы не разлилось по всему подоконнику, но их надо поменять. Уже. Видите, какой он красивый. Тычиночки там такие.
И прям какой-то двойной, тройной или даже четверной. Раз, два, три, четыре. Даже как четыре. Вот, и там тоже. Один уже засох, и еще два или три распустились, что ли, или два засохли. Там прям у меня зебри, обожаю зебри. Тут я повесил сушить белье, и поэтому здесь вот у нас такой концентрат получается. Не знаю, короче, как это называется. Такой вот красивый он. Не буду его трогать. Он красивый. Больше бутончиков вроде бы не наблюдается. Тут немножко подсыхают они. Я их убираю, краешки. Вот. У него уже вон ствол прям такой хороший. Здесь вот полез какой-то странный. Вот. Красивый какой.